Кричалки, слова поддержки и последние наставления тренеров. В зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Фаворит» в эти дни жарко. На площадке собрались лучшие спортсмены региона. На чемпионаты первенства региона по киокусинкай и карате съехались почти 400 спортсменов. За спортивные разряды, боевой опыт и попадание в сборную Поволжья боролись ребята от 8 до 17. Привезли лучших спортсменов, потому что сейчас немножко такая передышка, как бы крупных турниров нет. Вот. Поэтому здесь очень высокий уровень, присутствуют призеры и чемпионы первенства России, ПФО. Ну, как бы очень круто. Организация на высшем уровне. Помимо ульяновцев приехали и бойцы из Саратовской, Самарской, Нижегородской областей. Соседи – постоянные участники подобных локальных состязаний. Ведь это хорошая возможность отработать приемы и познакомиться с соперниками. Нам здесь нравится выступать, хороший прием, хорошие подготовленные опытные бойцы. То есть наши спортсмены здесь получают хороший опыт. Ну и, конечно, всегда приглашаем ульяновских преподавателей, тренеров и спортсменов на Самарскую землю. Тренеры отмечают, в конкуренции рождаются чемпионы, поэтому каждый участник старается выложиться по максимуму. И как результат показывают неплохие результаты. Мы собрались соперники, конечно, из сильных регионов. Могут показать хороший бой. Я сделаю все, что от меня возможно. Но здесь все собрали для того, чтобы занять первое место. Буду стараться. По итогу в каждой возрастной категории выбрали победителей и призеров. Дальше ребята поедут на чемпионаты окружного и федерального значений. Но самое главное, отмечают тренеры, такие соревнования дают шанс ученикам проявить свой характер и набраться соревновательного опыта. Анна Тищенко, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.